Всем доброго дня еще раз. Ну вот, сегодняшний вот у меня немного гар-гар будет. Ходьба вот по парку немного. У меня свободное время сейчас есть чуть-чуть. И отвечу на самый такой вопрос, который вы мне задали. И не один человек, и несколько. А это, получив гражданство здесь, да, в Турции, стал ли я своим? Вот. Вот видите, как ягодки. Вот. Я сразу хочу поставить все точки над «и». Это особенно для молодежи. Своим вы можете стать только у себя, где вы родились и где вы выросли. Вот. Многие сейчас могут сказать, что ай, там работы нет, того нет, этого нет, условий нет. Это ваши проблемы. Если мы сами не можем в своих странах наводить порядок, чтобы было так же, как хорошо, так же, как и на чужбине, допустим, да? Это наши с вами проблемы. Это мы виноваты. Никто за нас там не придет после нашего отъезда, не придет, ничего не сделает и не скажет: приезжайте, ребятки, у нас же все хорошо, мы для вас подготовили, все хорошо, такого не будет. А то, что касается своим, станет или нет, да нет. Я вот хочу сравнить советское время и сейчас, да? Советские времена в России я вот жил. Тоже все равно была чужбина, но она компенсировалась тем, что совсем другие были, как бы скажем так, отношения людей друг к другу. Тогда не было вот этого вот через каждые, извините, 100 метров останавливают, паспорта проверять. Вот сейчас опять могут комментарии написать, как писали в тот раз. А это же для порядка, это же для порядка. Я понимаю, для порядка, если бы тогда всех бы остановили бы. Вот, других тоже почему-то. Если у кого цвет кожи не тот, не русский, иди сюда. Попрошу еще паспорт взять, наглый свой карман ложить, пройдемте в отдел. Вот, недавно видео выставили ребята с Казахстана, по-моему, в Москве. Они молодцы, застояли за свою. Парни, пройдемте, пройдемте, начали это самое. Понимаете, для порядка, да, говорите, да? Я за порядок ногами, руками, но что сказать-то? Вот я же говорю, вот был один такой писатель Салтыков-Щедрин, который, у него несколько таких изречений есть, в котором он говорил, что власть держит людей в страхе. Вот надо это для безопасности надо. На самом деле под видом безопасности срубать бабки. Как вот гаишники это самое. Даже недавно выставили один такой анекдот, такой этот, картинкой. Мужик-гаишник спит, во сне кричит: фура, фура, фура. Жена его успокаивает: пустая, пустая, пустая. После этого он засыпает, видимо, да? То есть я же говорю еще раз. Вот это вот все мне вот очень это самое. Я устал от этого, честно я вам скажу. Вот. Но приехав сюда, я не скажу, что я тоже здесь сразу своим стал. И сейчас не стал. Вот и получил гражданство. Мне кажется, никто и никогда не станет чужой этой. Как говорится, своим. Своим ты станешь только у себя. Вот. Так что везде ты будешь чужой. Кроме своей родины, где ты родился, вырос. Как бы то ни было. Вот. Только там, где ты родился, вырос. Вот там ты их можешь. Поэтому это все туфта, ребята.
Это все туфта. Вот работник сидит, отдыхает. Вот. Кстати, здесь работает он. Оказывается, работал в России где-то. В общем, работал это там, строил какой-то объект. И он говорит, очень там хорошо деньги зарабатывает. Лет 10 назад, говорит, я, говорит, там работал. Вот. Здесь живет в Анкаре. Он мне тоже говорит, а что вы оттуда уехали? Там же, говорит, хорошо, шикарно. Ну, не стали я ему ничего говорить. Я ему сказал, что мне погода не подходит. Я не привык, откуда выехал, ту страну, короче. Я с вами это делюсь, своими внутренними этими. Я обычно везде хвалю, везде говорю, ой, хорошо, супер. Ну, просто мне климат не подошел. Вот из-за климата, и все. И что я хочу сказать, ребята, вернемся к главной теме, да? Вы своим никогда не станете. И в Америке, и в России, и в Турции. Русский будет жить в России, как у себя дома, потому что он там родился, вырос, и неважно. Но все равно, опять же, если он, например, в Сибири родился, он на югах уже будет чужой. В Краснодарском крае. Я очень много у меня друзей переехали, они обратно уехали. Они говорят, мы здесь своим не стали. Даже в радиусе одной страны. В радиусе одной страны. Они уехали обратно. Они говорят, не-не, мы не смогли бы, говорят, по дешевке, говорят, дома, говорят, купили. Не смогли, говорят, жить. Вот. Поэтому я хочу сказать одно. Когда родился, там пригодился, это работает. Это самое то. Это самое-самое то. Поэтому старайтесь, конечно, у себя дома. Проходите со своей страной все мучения. Ад, если даже там будут какие-то реформы, какие-то эти. Вот. Лично мой совет. Вот. Лично мой совет. Вот. На чужбине? Нет. Вот. Узбек. Узбекистан со своей узбечкой прекрасно будет жить. Туркмен с туркменкой со своей в Туркменистане будет прекрасно жить. Русский со своей русской. Вот сегодня русская приехала. Вон я выставил уже на новостях турецкой даже. Вот девушка приехала. 1 300 000 все. Ее любовь. Она там в России квартиру продала. Приехала. И чего она добилась? Без денег. А таких сколько? Это еще хорошо, что выявили. Она хоть жаловалась. А есть, который еще заставляет квартиру покупать. А потом все, до свидания. Ты без квартиры, без ничего, без штанов. И отсюда уедешь. Вот. Своим ты никогда не станешь. Никогда. Где бы ты ни жил. Вот. Поэтому цените свое. Вот. Делайте у себя хорошо все. Только после этого у вас будет счастье. Я бы, честно, я вам скажу, за кусочек своей земли туркменской я не знаю, я готов. Но я уже там чужой, потому что у меня паспорт другой. Туда надо визу взять, там надо 5-7 лет ждать по новой гражданство, чтобы получить, пройти. Я уже не доживу. А хотелось бы обнять свою землю. Вот, обнять свою землю. Вот, и жить, понимаете, и жить. Пусть кусочек хлеба будет, кувшин воды. Мне не нужен ни кебаб, ни шашлыки, ни море. Нахрен нам все сдалось. Это все красота для тех, которые здесь живут. Это они создали, это ихнее, это не наше. И море, и все остальное тоже. У нас тоже есть и моря, есть, и все есть. Вот это наше. Вот такие дела. Всех вам благ, ребята. Пока.